Ребятки, сейчас вот мне в Одноклассниках вот кто-то пишет. Мама, привет! Ты тут? Я с чужого телефона пишу. Ну, я ей там подыграла и написала. И что хочешь? Она пишет, у нас проблемы. Ну-ка, давайте поиграем. Напишем что-нибудь. Написала, какие проблемы? Она пишет, документы забрали, подставили. Ага. Это интересно. Так, я пишу, что делать? А Таня Кан? Мы в отделе. Так, что-то она там печатает. У тебя есть срочно $3000? Пока начальника нет, решить срочно надо. Нашли дураков, да, Валера? А я решила с ней поиграть. Знаете, да, ребятки, такую систему в Одноклассниках? Я написала, ой, что делать? Пишет, есть срочно $3000? Пока начальника нет, надо решить. Вот, ребятки, что мне делать? Что мне написать, а, Валера? Дальше поиграться или заблокировать вообще? Муж сказал, надо заблокировать. Но она там еще что-то печатает. Мама, она пишет. Мама. Ну, у меня такой дочки нету. Знаю я такую игру. Игрушку такую. Раньше мне писал какой-то сыночек. А у меня сыночков-то нету. Вот так вот, дорогие друзья. Хотят развести, как лохушку. Она переваривает там. Я, короче, пишу, денег нет, голодаю. Что-то молчит, переваривает. Наверное, поняли, что я издеваюсь над ними. Вот такие бывают мошенники, дорогие друзья. Так что не попадайтесь на такие удочки. Ой, коронавирус, коронавирус. Оказывается, сейчас в Алмате больше зараженных уже, чем в Нур-Султане. Да, ты че? Да, вот так вот, ребятушки. Куда катимся, не знаю. Всем приветик. Как у вас дела? Чем занимаетесь? А я вот дома сижу сегодня целый день. У нас с утра был дождичек такой. Ну, сейчас дождя нету, но пасмурно. Посмотрите, какая у нас погода. Вчера сходила на прогулочку, так хорошо. Сейчас будем обедать. Вчера купила яичек. Хочу покрасить. Смотрите, у нас холодильник уже опустел. Что там у нас осталось у меня? Осталась икра кабачковая, там кукуруза, горошек, ну, там масло и сыр. В общем, не так уж мало, но полупустой. Кефирчик там. Здесь лежит колбасочка у меня всякая. Вот. Овощи у меня уже закончились, остались апельсины. Так, что там? Один огурец и один помидорик. В общем, надо опять делать завтрак. Ребятки, вот так вот и живем. Время уже 4 часа. Собираемся обедать. А на обед у нас сегодня что? На обед у нас вот такая селедочка. Ну вот, уже чищенная, очень вкусная. Вот. Мы уже такую брали, пробовали. И я отварила картошечки. Вот. Также у нас есть вчерашний борщ. Ну, сейчас сделаю салатик. С двух огурчиков и с помидорчика. И, наверное, заправлю майонезом. И сейчас будем обедать. Вот такая у нас рутина.
Каждый день одно и то же, одно и то же. Так что ничего интересного, ребятки. Вот орхидея у меня, видите, вот, как цветет красиво. Вот вторая орхидея. Но она уже отцвела. Она цветет время от времени. Вот сейчас отцвела. Здесь вот у меня тоже вот орхидея я пересадила. На обед у нас вчерашний борщ с курочкой, селедочка, салатик, икра кабачковая. Мякулка. На. Белочка. На, на. Деточка. Да, доктор, здравствуйте. На. Мякулка. Куколка. На. Мякулка. 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 Что там выглядываешь? Идем. По поводу той пациентки из пятой палаты. Мякулка. Прибежала. Красотка. Идем. Идем, красотка. Мякулка. Тут у меня рыбный фарш из судака, а здесь мясной фарш. Сейчас я все это соединю и сделаю котлетки. На завтрак у нас манная кашка и капучино с пеночкой. И посмотрите, целая гора котлет у нас получилась. Вот такие аппетитные котлетки. Рыбный с мясным фаршем я перемешала. Вкуснятина. Ну что ж, дорогие друзья, собралась я на работу. Надо проверить ателье, полить цветочки. Хочу также заехать за продуктами. Надо заехать в аптеку. В общем, поехала я. Ребятушки, машинка чистая, потому что эти два дня был дождичек, даже не надо вытирать. Красота! Сегодня вот хорошая погодка такая, потеплело, дождичка нет. Сейчас надену маску свою. Есть у меня санитайзер, перчатки. Так что вот так, если вдруг остановит, то я в магазин и в аптеку. Но мне действительно надо в аптеку. Надо взять кое-какие лекарства. Ну что ж, привет, мое любимое ателье. Что ты скучаешь, да? Ну, цветочки, как вы там? Живые, не живые? Высохли? Али, еще держитесь? Так, цветочки надо полить. Кое-что надо взять. Гель надо взять. Потом что еще? А, зубную пасту. Шампунь у меня есть. Так, еще что надо? А надо взять еще карандаш для глаз, вокруг глаз. И взять краску для волос. Хорошо, что у меня это все есть. Вот, ребятушки, я в своем ателье. В своем ателье. Ой, как я соскучилась по шитью, по своему ателье. Когда же это все кончится, когда я смогу опять приступить к работе. Лиза тоже там сидит, скучает. Вот, тоже хочет, рвется на работу. Но надо подождать еще чуть-чуть, еще немножечко. Так, вот что я хочу с собой взять. Это освежитель воздуха, вот. Фаберлик, зимние ягоды, затем зубная паста у меня кончилась, вот от зубного камня и налета тоже Фаберлик. Вот такую краску хочу покраситься, очень хорошая эта краска, вот шелковое окрашивание. Затем гель для душа, вот такой закончился почти.
средства для интимной гигиены, мыло для кухни тоже у меня заканчивается, затем для мытья посуды вот это вот хочу попробовать новинку с древесным углем, и вот стиральный порошок тоже у меня почти заканчивается. Вот альпийские луга, я вообще пользуюсь вот Faberlic, ну иногда беру вот в супермаркете Ариэль. В общем, сейчас это я все возьму и пойду еще в Феркан за продуктами. По Феркан. Здесь только много народу. Вот люди не работают, все ходят по магазинам. Вот сейчас надо взять фруктов мне, огурчиков, яблочек, мандаришек. Только жалко, нету пакетиков здесь. Почему-то в Феркане пакеты у них вот платные. Взяла капусту вот. Так, надо пойти там взять пакетики. Кстати, надо мне взять еще хлебушка. Так, какой мне хлеб взять? О, может, вот этот вот резанный взять. Хлеб бездрожжевой. Наверное, этот возьму. Резанный. Так, здесь также салатики вот продают. Конфетки всякие. Лепешечки. А вот надо пакетик здесь взять. Также здесь вот печеное всякое. О, маску надела, лицо все запотело. Прям так жарко в этой маске. Народу, конечно, здесь очень много. Потому что рынки все закрыты, все отовариваются вот в супермаркете. Ну все, я отоварилась. Вот здесь моя корзиночка. Иду к кассе. Хотела купить краску для яиц, не нашла. Тоже у меня сегодня такой закуп. Так, взяла курицу, вот такая большая курица, почти 2 килограмм на 1876. Яблочки. Яблочки у нас по 650. Мандарины. Мандарины Пакистан 480. Свежая капуста по 200 тенге у нас вот. Затем взяла молоко. Наш местный молочный бидончик 290 тенге. Взяла сливочный такой сыр пластинками по 505 тенге. Также взяла дрожжи по 180. Наконец-то я нашла дрожжи. Такую колбаску взяла. Таллинский сервелат по 1210. Вот это кусочек на 1210. Кексики вот такие взяла по 380. И хлеб бездрожжевой по 195. Вот здесь он резанный со злаками. Также огурчиков я взяла вот. Огурчики у нас по 700 тенге. Вот такие огурчики. И вот, как я сказала, я с ателье принесла вот эти всякие средства моющие. Гель для душа Faberlic, затем для мытья посуды, стиральный порошок Faberlic, краска для волос тоже Faberlic, зубная паста этой же фирмы, но это все Faberlic. Вот это мыло для кухни, затем вот этот вот освежитель для туалета и единственный вот этот интим-гель, это Эйвонский. В общем, вот такие у меня сегодня покупочки небольшие. Ну, также я сходила в аптеку, кое-что там купила, лекарства. Вот, дорогие друзья, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь, кто не подписан еще, на мой канал. Я всегда рада новым друзьям. Всем до свидания, пока-пока.